Физические ограничители. Урок 3. Физмота, физхенч. Данное видео посвящено entity, который умеет вращать объекты вокруг своей оси. Простейшим примером будет использование физмота. Свойство rotation speed – скорость вращения объекта. Spin up time – время раскрутки объекта вокруг entity. System inertial scale – сила инерции вращения. Чем выше значение, тем труднее раскачать и остановить объект вращения. Rotation axis – с помощью хелпера указывает ось вращения. Attached object – имя объекта, который будет вращаться вокруг entity. Флажки. Start on. Entity вращает объект при запуске карты. No world collision. Объект вращения не будет сталкиваться с брашевой геометрией карты. Hinge object. Закрепить объект вращения на оси entity. Без этого флажка объект будет падать на землю и кататься по ней. Из NPAD команд доступны стандартные turn on, turn off. И возможно установить новую скорость вращения. Все. Простейший вентилятор готов. Переходим ко второй entity, суть ее практически такова же. Свойства объекта сопоставимы с другими физограничителями из прошлых уроков. Можно крепить несколько объектов вокруг оси и так далее. Из нового у нас friction – сила трения, параметр схож с system inertial scale, и физмота – hingle axis. Ось вращения тоже указывается через helper, он же gizmo. Load scale – множитель силы вращения, если вы будете делать подобие вентилятора, чем выше значение, тем мощнее будет мотор влиять на раскрутку. Это громкость звука, минимальная и максимальная. Далее идет много переменных, связанных со звучанием вентилятора. Это и вращение вперед, назад, звук остановки, раскрутки, очень детализированная entity в плане настройки звука. Теперь об особенности этой entity. По умолчанию она не вращает объекты, а просто держит их на своей оси. Игрок сам может вращать браши, толкая их. Но если нам нужны автоматические вращения, то NPAD команда Set Angular Velocity поможет выставить скорость, с которой вентилятор сам будет работать. Вот в принципе и все. Buen suerte!